Сегодня у нас 7 марта 2020 года. Зимой не пахнет. Это вот Орловская область, Мценский район. Вообще прелесть. Солнышко светит даже. Кадры, походу, это хреново видны. Ну да, отсвечивает солнышко. Ну вот как-то так. Где зима, куда зима делась? Ну еще март неизвестно. Не зря говорят марток, одевай 7 марток. Ну, поля все голые. Это вот едем деревнями. Все голые. Поля вон сухие стоят. Зеленые. Видать, давно уже снег сошел, раз поля-то сухие стоят. А тут почему-то немножко пасмурно, но это тоже тот же район, это Мценский район. Но поля, ребят, вот. Видать, уже по ходу барановали, чтоб под зиму пахали. Вот. Поля вообще сухие. Значит, снег уже давно сошел. Ну, может быть, дождик будет. В Москве тоже на сегодня дождик передавали. Я смотрел погоду. Суббота, воскресенье, понедельник, Москва, Московская область, дождик, а там фиг ее знает. Это уже Орловская область, Новосельский район. То же самое. 7 марта 2020 года. Парадокс. Но снега нет. Вон, чуть-чуть, кстати, возле столбов лежит. Вон. И вон, чуть-чуть виднеется вдали. Это березочки. Ох, можно и дровишки заготавливать, березочки прорезать чуть-чуть. О, снежок валяется вон во враге. Вот тут чуть-чуть снежок. Но тут еще это, край поля сыроватый. А так-то все нормально. Да, неизвестно, какой марток дальше будет. А то, правда, получится одевай 7 марток.